сегодня мы с вами находимся на новой инновационной площадке, которая стала таким базовым пилотным проектом в городе Москва. Она будет предназначаться для обычного многоквартирного дома. Это позволит не вывозить снег, который у нас находится на придомовых территориях, а выполнять утилизацию снега прямо во дворе дома. Наша система решает две задачи. Первое – это плавление снега, свезенного с дворовой территории, непосредственно на площадку снеготаяния. И вторая задача – это обогрев спортивной площадки воркаута во время выпадения снежных осадков. При выпадении снежных осадков по соответствующему датчику у нас включается обогрев спортивной площадки. При наличии снежной кучи на площадке снеготаяния по оптическому датчику, значит, система переключается на обогрев площадки снеготаяния. Как вы видите, спортивная площадка, ее абсолютно не нужно чистить. При выпадении снега он весь тает, и площадка находится в хорошем санитарном состоянии. Нет ни наледи образования, ни снега. Да, конечно, удобно. Мы экономим время, экономим силы, средства на вывозе и утилизации этого снега.